Мы сегодня поедем в школу 1 сентября. В новую школу. Да, в новую школу. Это очень классно, мы рады. Сейчас мы поедем туда на автобусе. У нас будет английский, русский, литература и какая-то математика. Мы в школе! С 1 сентября 2021 года в нашей школе будут обучаться ребята профессионального футбольного клуба «Локомотив». Для нас это очень почетно, в то же самое волнительно и очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что теперь за успехами ребят будут следить еще и через призму школы 2200. Ну, школа 22.00 – это наш партнер Сергей Сергеевич Егоров, тот человек, который принял наших ребят. Когда мы сегодня пришли на линейку и видим почти 300 первоклашек, это здорово, это эмоции. И ребята, видно, что они сейчас по-другому смотрят на окружающих людей, хотят проявить себя, показать марку «Локомотива». Для нас это важно. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой.